Так, друзья, всем привет. Сейчас будет реакция, реакция на трейлер GTA 6, который внезапно вышел раньше, чем планировалось, потому что он еще должен был выйти через несколько часов, а вышел 6 часов назад или 5. Что-то как будто слили там, как будто бы и Rockstar не растерялись и выложили его, в общем-то, пораньше. Я еще что-то спать хочу, капец. В смысле, сонный я. Вот, сейчас будем смотреть. Минута 30, шок. Там что-то на постере увидел. 2025 год, что ли, игра типа выйдет, блядь. Ну, хотелось бы, чтобы в четвертом. Но что-то, видимо, не туда. 4К смотрим. Все, весь экран делаем. Красиво. GTA 6. Погнали. 6. Люсия, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Бать графон. А, вау, вау. She said she cared about me. She tried to make my world. Пизда. The way she thought it should. Жесть, тачки из GTA 5, видели? Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Ребята, какой, подожди, Бибер. Бля, давай заново. Все, короче. Серега, иди нахуй, блядь, с ними Stone Storm 22. Дурак, что ли, блядь? Там компания обанкротилась, блядь. Ты чё, блядь? Балбес, блядь. Ебать, молодец, блядь. Смотрим, разбор. Какая-то вышка, самолет летит. Вон там горизонт, что-то все, ну, как в GTA 5. Ну, то есть... Ебать, не надо, еще ждут некоторые, вот, типа, трудно удивить, GTA 5 перешагнуть, я GTA 5 там, блядь, типа, чё нового. Ебать, ребят, много чё нового, блядь. Трейлер посмотрите вот этот вот. Чё у нас там, автобусы, да? Ну, тут и много, конечно же, какого транспорта из GTA 5. Это очевидно, блядь, просто, потому что у нас в GTA 5 был транспорт, перекочевавший какой-то из GTA 4. Это нормальная практика, блядь. Вон, в машину приедьте. Сядьте в Москву, приедьте, у вас в Москве будут те же тачки, оказывается, что и в Питере, или, блядь, в Европе. Охуеть, как так, да? Люсия. Очень хорошо. Вот она, типа, где вообще? Чё у неё на спине написано? Hate. Yeah. А, invade. Пиздец, графон, блядь. Ну, пусть эта кат-сцена, это охуенно. Смотри, какие волосы. Это просто, блядь, вспомни GTA 5, слышишь, дружок? Do you know why you... Что тут она говорит? Yeah. У нее волосы двигаются. Она говорит, у нее двигаются волосы. Понимаешь? Bad luck, I guess. Частички вон в воздухе летают. Так, катера. Ну, тут что-то в GTA 5 был катер. Водичка как... Кстати, что-то там говорили про проработку воды. Пистата вода. Ну, то есть... Она в GTA 5 хорошо. Птички, да, видел? Птички, смотри. Это птицы вот летят, смотри, плеяда такая. Смотри, какой пляж. Вот смотри, просто какой пляж огромный. То есть он широкий. Посмотри, и он заселен. Он не пустой, как в GTA 5, там еще что-то. Он посмотрит это. Вот. Кроме этих будок, тут смотри, сколько зонтов, блядь. Так, тут у нас дома всякие стоят. Самолеты, вертолеты. Вон кран какой-то вдалеке стоит. Ну-ка. Вот этот, как Vice City, летающий самолет с рекламой любят они. Вон там озеро справа видно. Самолет сверху еще летит. Вот.
Так, на домики не посмотрели. Ага. Прикольно. Вот природа, блядь. То есть это же, смотри, лес, там какие-то массивы лесные. Музыка охуенная, кстати. Это то, что сливали песни, которая там будет, по-моему, не угадали, если я правильно помню. Крокодил, фламинго. Еще он там что-то крокодил. Другие птички, три вида животных на одном кадре. Пиздата. Вот тут я хотел бы остановиться. Что у нас тут есть? Птицы, вертолеты, процедурные облака, еще вертолет другого типа. Кстати, вот этот вертолет, который летит, это как на суперяхте стоит. Не помню, Valorant или как он там называется. Валатус какой-нибудь там, что-то такое. Вот качок бежит, смотри, с подружкой. Собака у них, да, это какая-то? Типа это... Лысая, которая... Как он? Не помню, блядь. Пинки, как он, блядь, Стинки, Рен и Стинки, блядь, был. Смотрим. Что тут вообще происходит? Это же мир, блядь. Вот. Люди отдыхают, всякие разные палатки, окей. Дома вон вдалеке, облака, облака. А, квадроциклы, как GTA 5 может быть, ну и ладно. Вот эта тачка, которая спасатели или... Ну да, это спасатели. Тачка другая уже, вообще не та, что была. Прицеп, вон воду загнали. Но это может быть еще, кроме как тачка, чтобы людей спасать, она может еще доставлять эти, как они, блядь, бля, гидроциклы, короче, к воде, вот прицеп у нее есть. Знаете, как GTA 5 вышел, я помню, там такой, ну, довольно-таки мыльноватый трейлер был, и потом по разборам выяснилось, что там использовались некоторые транспортные средства, которые, по-моему, еще не были готовы к игре или взяты... Сейчас наговорю, короче, хуйни. Ну, короче, типа бета-тема была в GTA 5 в трейлере, в самом-самом первом. Вот. Даже если здесь чуть-чуть в бете, это охуенно. Но я не уверен, что здесь так. Сейчас будет жесткая проходка по кое-чему. Смотрите вот сюда, вот куда курсор показывают. Здесь, здесь и здесь. Это ощущение, как будто... Я сейчас к чему? Хотя, опять же, мы смотрим на GTA как бы обычную сюжетную, это не онлайн. Окей. Ну, в общем, как это называется? Пропорции тел разные, и наконец-то. Вот. И вот. Тут типа спортивная, да? Здесь нет. Тут попробуй. Ну, обычная. Тут что-то там вот. Почему блестит, что ли? Тут что-то вон брызгает. Смотри, тут спрей даже. Аэрозоль видно, что выпускается. Там что-то летит. Еще вертолет. Здесь что? Одежда, смотри, разная. Оп-оп, мужик в розовых трусах. Пляж далеко уходит, смотри, у него такая геометрия кривая, как у настоящего пляжа, пизда. Вот. Контейнер, вон как в GTA 5, я забыл, Jetsam, по-моему, на нем написано. Ну, это очевидно, тут всякие разные названия будут. Мост, да, вот эти дома. Можно, кстати, по трейлерам еще там люди составляют карты там. Одни и те же районы, там, с разных сторон. Ну, вот, типа, еду. Келли Каунти. Что-то за городом. Васити Аэропорт. Стокьярд, Даунтаун. Какая-то свалка. Или что? Вест. Север, юг, запад. Вот аэропорт, короче, туда, говорит, езжай. Кабриолет вот этот. Смотри, какой ретро-футер. Кстати, что по отражению в зеркалах, а? Это Люсия, да, по-моему? Смотри, какие у нее вот сюда вот. Вон, это эта тачка из GTA, этой, пятая еще. Вон ее кто-то фоткает. Жесть. Че у нас здесь? Пожалуйста. Кто-то скучал по Лос-Сантосу. Мне это очень напомнило Лос-Сантос какой-то там, что-то около Мейз-арены. Вот какие-то лоу-райдер стоит. Кстати, если, блядь, что-то там... Думаете, Майами так-то город, знаете, как прогрессивный, блядь, у него все города там отсасывают, на самом деле, блядь, сегодня какой день? Вторник. Все города у него, как бы, потому что там пиздец будущее в плане, там люди развитые, блядь, чем в Лос-Анджелесе где-нибудь, то, что вот вы видите лоурайдеры, там крутые неоновые штучки, там что-то
кроссовки мигающие, это только у нас в Майами появилось раньше всех, потом уже в других городах штатов. Вот, потому что, видите, в Майами вот эти вот оурайдерские темы, они там тоже были, прикол. Не только в Лос-Антосе, в Лос-Анджелесе они катались. И граффити крутые рисовали, и нигеры, и банды, и все такое. Вот эта тачка в GTA 5 есть. Вот это вот как будто бы тоже есть. Вот это вот новое, мне кажется. И, ну, в принципе, вариация с такими колесами новая, да. Вот это вот что-то стоит. Блять, по-моему, либо это было, либо это новое. Что-то мне вот задница знакомая, да, вот это вот. Вот это что-то стоит, это похоже на этот Кулиан, который Rolls-Royce типа в GTA 5 добавили недавно. Ну да, это он. Там внутри стоит. Охренеть, мотоцикл. Топ, чё? Вот дама фоткается на телефон. Вон какая-то тачка еще едет. Не знаю какая. Audi типа. Мотоцикл, видал, бля. Вот уехал, ехуя себе. Это Люсия, что ли, стоит? Туфли. Смотри. Что тут происходит? Рэперы, гэнгсты. Чего? Make it rain. Mondays. Какой-то клуб, что ли, называется? Mondays или что? Или нет? Ну, везде make it rain. Типа, дайте дождя. Смотрим на освещение. Все зашибись в этом плане. Что тут у нас? Где главный персонаж вообще? Тут парень какой-то. А, вот он стоит. Сейчас самое интересное. Девушка в каблуках по росту, как мужчина или выше, вот этот вопрос. Так, смотри, тут свет играет. Что-то там хуяк-хуяк. Стоят люди, ходят. Вот это пиздец просто. Что происходит? О, это Сиджи, да? О! Нет, этот мир просто огромный. Опять же, ну как огромный? Ну, мы же знаем примерно, что тут в Вай-Сити похожим образом плюсовал по карте. Тут показывается вот с этого острова, даже не скажу, потому что такого острова могу в Вай-Сити и не быть там, потому что в Майами несколько островов, тут КПП, как видите, снизу. Мы отсюда смотрим вдаль, и там, ну вот как бы, ну, много чего есть. Вот. Порш, да? Этот как он, блядь? Не Порш, а этот. Забыл, блядь. Фистер. Это вот та самая, блядь, тачка, которую везде всегда была. Я не помню, как она называется. Ну, это Феррари, короче. Вон там Додж едет из GTA 5. Вон Бенефактор вот едет из GTA 5. Мерседес Ешка. Это, блядь, не помню, карбонизы какой-то. Вон Корвет стоит. Это Мерседес или BMW стоит. Тоже в GTA 5 они все есть. Вон они, точнее. По неончику просто красота. Посмотри. Мы, кстати, ходили по Майами в этом... как это называется, уличная экскурсия. И вот там также, вот та улица самая, где прям ресторан на ресторане, вот вообще вайбы один в один переданы. Клубешный. Так, смотрим. Бля, посмотри, как дорога вдали уходит по островам. Что-то интересное. Тут мост разрушенный, старые здесь какие-то. Причем, смотри, какой корабль большой плывет. И он плывет, блядь. Он плывет, он не стоит. Смотри, какая тачка маленькая, чекай. И какой корабль. Прикинь, какие приколы можно заводить. Но опять же, у нас в GTA 5 самолеты летали большие, а здесь в онлайне не летали. Можно ли угонять этот корабль, интересно будет. Или вот эту яхту. Яхта справа плывет. Охуеть. Вы где такое видели, блядь? Saints Row 22, блядь. Ага. Так. Ебать. Смотри, какая складка на купальнике. Пиздец. Как вид. Вот это побережье, я догадываюсь, какое. Бля, я понял. Это, короче, побережье, вот это вот, слева, где я курсором вожу. Это, короче, побережье, по которому вот это самое длинное в Вай-Сити было. Вот оно идет. В Майами он туда вперед тянется. То есть этот Вай-Сити туда вперед тянется, а направо это ширина у него. Я ориентируюсь уже. Так, что у нас тут по событиям? Волосы, смотри, прически, baby hair зализаны. Да, блядь, заебись. Вон. Ногти, смотри, сделан. Vice.
Это типа какая-то что-то социальная сеть, да, я так понимаю, уже очень реалистично, как будто по мужику вообще, ну, на настоящего похож. Крокодил, вот смотри. Вода. Ой-ой-ой. Вот скажешь вот так, что это, блядь, из реальной жизни фото, слышишь, блядь? И все, все поверили. Охуеть, типа фотку скринят-то, типа, это, блядь, а... Ебать. The best song right now, long time. Coming really out here. Айо, качая вайб, файна спин блок видео, this one, this, this, да. Бля, вот это прикольно. Вообще, вот это боди-камера охуенно. Это еще жирный негр. Вот какие-то большой джип. Вон что-то еще едет там. Дождь, дождливая погода, да, я так понимаю. Это какой-то грязь, грязевой праздник. А, вот смотри. Trill Billy Mat Club какой-то. Круто же. Вон этот Bigfoot сзади. Neighborhood watch, don't play around in helmet. Look who's back. Там тачка, у нее стекло разбитое было, видели? Смотрите. Какая, какой, в смысле, износ такой транспорта, такой прям ветхий, типа. Так, тачки коповские у нас новые, зеленые, кстати, как в Вайсити были, ну и в Майами черно-зеленые рекламы какие-то, более таких здесь, более, ну, типа, реалистичные, что ли, типа, it curse emotion. Вот джипы, джип, кстати, по-моему, были ли джипы в другой этапе? Я уже забыл. Да. Вот главный герой у нас снова показывается. Симпатичный. Это вот, смотри, Буффало, да, что-то стоит. Машина перевернутая, смотри, деформация баков, блядь, происходит. Да, блядь, Saints Row просто взяли, блядь, вообще делать. Фантазии нету. Так. Correction Sheriff's Office. Это что, за городом, что ли? Deputy. Impeachment. Вот. Together. Смотрю. Другая полицейская машина. Видишь, уже три у нас вариации. Четыре. Porsche прокачанный едет. Это шерифы, кстати. Вот это шерифы. Окраска шерифов. Вот, смотри, это Банши стоит синяя. Это какой-то Бравада, скорее всего. Это я не знаю, что. Это тоже не знаю, что. Вот это какой-то семейный автобус, кстати. Нифига себе. Что-то какие-то вот гоночки, стритрейсеры их разгоняют, и они прогоняют. Тут копы стоят. Это шерифы, вот. Суета. Знаки дорожные. Смотри, конусы стоят. Прям разглядываем быстренько все. Тут, ну... Вот, вот эта машина, которая была вначале зеленая. Что по номеру написано? S4NPMP. Короче, это на этот... На Chrysler 300C тачка. Я вот отвечаю. Это старая довольно-таки машина. Ну как, 2000 какого-то там 6 года. И в GTA 5 ее нигде не было. А здесь она, походу, появится. Это какие-то, смотри, презентация каких-то чуваков. Банды, что ли? High Rollers Lifestyle, скорее всего. Там грязные чуваки были, здесь чистые. Вот. Едем кола и пиво, ну, само собой, из вселенной GTA. Тут у нас камер наблюдения. Провода, смотри, как бесят, блядь. Вот. Гелик стоит, да, по-моему? Это что-то за городом сильно. Вон там тачки всякие. Блин, вайп охуенный. Как тачка, смотри, Физон. Кстати, это, по-моему, это... как. А, это четырехдверый, это Тулип. Он в GTA 5 у нас есть. Деклей Тулип он называется. Уэйс Вентура такой был. Trust. Видишь уже отношения между персонажами. Trust. Одежда. Топчик. Ну классно, все. Все, ребятки. Давайте. 20 минут вам выдал, блядь. Тюрьма. Все. Увидимся, когда она выйдет.
В общем, давайте. Чава, какава.